В Одесской области может возникнуть экологическая катастрофа. Этого боятся в управлении лесного и охотничьего хозяйства. Причина – недофинансирование и уменьшение зеленых насаждений. Под угрозой уничтожения десятки тысяч гектаров лесов Одесской области. Людей не хватает, деревья остаются без присмотра. Державна лісова охорона, не отримуючи заробітну плату, масово звільняється. Ліси залишаються без нагляду. Існує реальна загроза виникнення екологічної катастрофи. Крім того, в зв'язку з відсутністю фінансування в області припинилося створення нових лісів. Щорічний обсяг захисного лісорозведення зменшився з 3000, які створювалися щорічно, практично до нуля. По словам главы Одесской ОГА Максима Степанова, на счетах областного бюджета есть 40 миллионов гривен. Их можно потратить на нужды ведомства. Кроме насаждения лесов, необходимо решить вопросы с тем, кому принадлежат полезащитные лесополосы в Одесской области. У нас есть такая абсолютно непонятная ситуация. 93% этих насаждений лесовых, которые между полями, они просто никому не принадлежат, нету даже собственника. Поэтому, естественно, происходит вырубка, естественно, происходит их ликвидация. Это огромная проблема для сельского хозяйства, это огромная проблема для дорожного хозяйства.